я решила устроить сюрприз для племянницы, которая впервые пошла в первый класс. 24 часа на поезде, и вот я подъезжаю к городу Котлас из Санкт-Петербурга. О том, что я приеду, знала только моя мама, бабушка Полины. Даже моя родная сестра не догадывалась о том, что я уже в пути. Поезд прибывает утром, и мы с моей мамой договорились, что она позовет позавтракать мою сестру и племяшку в кафе, выпить кофе. И перед тем, как садиться покушать, конечно же, отправят племяшку помыть руки в уборной. А там ее буду ждать я. Несмотря на то, что с очень маленького возраста я постоянно нянчусь с племяшкой, сейчас мы видимся достаточно редко, 1-2 раза в год. Итак, я уже стою и жду, когда она зайдет помыть руки, а я спрошу, помыла ли она их с мылом, посмотреть на ее реакцию, узнает ли она меня или нет. Руки с мылом помыла. Откуда? С мылом помыла руки. Я догадалась. Откуда? Это надо было видеть, Юль, просто. Откуда? Откуда? Кукуники! Я думала, это какая-то другая мама говорит. Похож голос, что ли? Я тебе потом покажу твое выражение лица.